Алло, Иваночка, как дела твои? Да нормально, меня зацепило немножко. Жду эвакуации. Сказали, только в 5 Что утра сделал? приедут. Я ранила. Ну все нормально. В ногу чуть-чуть, голову. Лобик зацепило, осколки. Вот, и И сердце. что? В ребро И попало. все? Как сердце? В сердце есть дырка, что ли, там? Нет, осколок. Но не глубоко. Вытянули? Не вытащили, будут вытаскивать. Так А залетели и все, бросили тут. Сказали, в 5 утра. ты где сейчас? Я на заставе, жду эвакуации. Куда эвакуация? В госпиталь. А госпиталь где? Не знаю, в Херсоне, наверное. А что, стой, подожди, я сейчас себя приду. Ну, коптер гранату скинул, короче. Я хорошо хоть убегать стал, короче. Не в окоп, он в окоп целился, я увидел, он начал стрелять и уходить, да. И он меня там ебал. Он бросил это под дерево, да. Такое отношение русское к раненым. Ну, да, плохие, Плохие там, значения. промедол себе просроченный скалю. Тогда. Ну, просто ни одежды, ничего нету, блядь, что у меня тут замерзать, что ли, по хуй всем.